человеком. Сегодня мы уже 5 часов вместе с командой тентуриумовцев. Ощущение просто мощное, гордое. Я лично понимаю, что автопробег для нижегородцев это новый старт. Старт по-новому. Новые действия, новые возможности, новые результаты. Урожай 2013 года. Замечательно. Спасибо, мы его поведем дальше. Автопробег – это гордость наша. Автопробег – это объединение наше. Автопробег – это движение вперед. Автопробег – это стимул к новым победам. Автопробег – это восхождение к новым вершинам. Автопробег – это интерес. Оно будет иметь отражение и в будущем. Цель, как уже было сказано, это популяризация бренда Tentorium. Бренд Tentorium существует уже 25 лет.